Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и спутник игрок канала Вредного Енота. Мы с вами продолжаем играть в игрушку Life is Strange. Мы находимся в бункере Нейтанов, Прескотта, вернее, Нейтана. Пытаемся найти Рэйчел, и вот смотрим вот на такой какой-то довольно странный плакат. Давайте посмотрим, что. Оригинал рисунка с подписью. Превосходно сюда вписывается. Да. Так, я что хотел? Что там про Прескоттов и их картинки? Подожди. Сейчас компьютер полетит. Рэйчел. Вижу Рэйчел. Папка Рэйчел. Давай, давай. Доставай. Там что-то есть. Давай выясним, какого черта тут происходит. Именно. Кейт. Тут какая Виктория или там? Так. Вот папка с пометкой Виктория, но она пуста. Смотри, там написано Кейт. О, нет. А может, Виктория Кейт. Следующая? Нет. Боже, надо было прям там его грохнуть. Кейт была не первой. И все эти папки для остальных жертв. Охереть. Виктория следующая. Нейтан, наверное, накачает ее сегодня на вечеринке циклона. Рэйчел. А жива нет? Неправда. Это все постановка, да? Так? Хлоя, посмотри на ее лицо. Она в отключке. Может, Нейтан пообещал ей дохрена зелени за фотки. Уверена, так и было. Я так не думаю. Зачем он положил ее на землю? Где? Свалка. Макс, нам нужно найти это место быстро. Тогда мы все узнаем. Она не могла умереть, нет. Она просто позировала, Макс. Я знаю, прошу, пойдем. Мне кажется, там все плохо. О, боже. Что там? Что там? У этого фото другой характер. Рэйчел тут в сознании и в какой-то ярости. Рэйчел в обмороке. У нее что-то во рту. Что с ней случилось? Это фото слишком постановочное. Не могу в это поверить. Да не, живая она, она под наркотой. Подожди. Она там живая. Из передоза нет, значит она живая. Подожди, что там на компе? Давай еще посмотрим. Я все понимаю. Что бежать надо это. Ну давайте посмотрим все. Кейт под кайфом. Ну хотя бы Кейт спала во время всего этого дерьма. Ну да. Посмотрим, что здесь. Тут Кейт. О боже. Нет. Не работает ничего, да? Ладно. Реально какой-то долбануть на всю голову, походу. Так, ладно. А, развлекательная система на случай апокалипсиса. А видео есть, подожди, врубай, там по-любому что-то он снимал. Сейчас тут компромата столько наберем. Возьмите его с собой. Вдруг тушняк. Я никогда раньше не видела столько дорогого оборудования. Возьми его, не заметит. Скажешь, блин, просрал где-то. Под наркотой. Кто же пользуется этой роскошной треногой? Да, Нейтан, наверное. Кто еще-то? Хер его знает. В этих газетах только и написано, что про Рэйчел и Кейт. А не может быть, что отец его заставляет сюда притаскивать сюда, чтобы он притаскивался сюда. Кому-то нравятся виски. И айфоны. Шприцы, наркотики. Должно быть, эту дрянь Нейтан покупает у Фрэнка. Ну, цивильно все. Шприцы. Так это может, я не знаю, там у него сахарный диабет. Может, там инсулин или что там вкалывает. Слишком уж цивильно для наркоты выглядит. Да. Ну, получается, тут все делают фотки-то. Большую часть. Опа, кстати, а, смотрите уже. Вроде как тут больше ничего нету. Что, погнали, я так понимаю, нам, наверное, на свалку надо. Поехали на свалку. Так, на свалке Рэйчел была, возможно. Так, а может, сколько раз там на свалке-то на этой были? Юперный театр. Уж реально, мы много раз были на этой свалке. Там ничего не было. Кроме Фрэнка ненормального. Никак он. Фрэнк, да, звали? Да. По бутылочкам мы тут стреляли. Белочек фотографировали. Хлоя, стой! Подожди! От поезда спасали подругу. Я знаю, куда я иду! Куда? Я не знаю, подожди.
Смотри, вот оно, вот оно. А, место нашла. Помоги мне, Макс! Да ну нахер, ты что, душу закопали, что ли? Что за гон? Смотри. Что это? О, нет. Да ну на. Реально, что ли, убили? Этот запах. Рэйчел. О, боже, нет, нет, прошу, только не она. На-на, хера себе. Рэйчел, за что? Мне так жаль, Хлоя. Мне так жаль. Я так ее любила. Как она могла умереть? В каком мире это могло произойти? Кто это сотворил? Бля, ребят, у меня даже комментариев нету. Охереть. Подожди, это ж косуля, это олениха. Нифига себе, поворотится. Так, ну ментам-то же сказали же мы, да, все нормально теперь. Козла-то этого посадят, я надеюсь. Тут уже хера ответишь, извини меня, там такие нихера себе компроматы. Подожди, это что-то, по-моему, пресс-то нет было, это там SXN что-то такое было. Номер. Тут, по-моему, другой какой-то. Пусть пока наслаждается своим концом света. Хлоя, у нас же есть доказательства. Но! Пошли в полицию. Да в жопу полицию. Рэйчел хотела, чтобы мы ее нашли. И мы свершим истинное правосудие. И отомстим. Ублюдки Прескотты напрашивались сотни лет. И никто мне не помешает. И ты мне поможешь. Ведь так? Я с тобой до конца, Хлоя. Ты знаешь. Девчонки, я с вами не деваться никуда. Пойдем. Эй. Раз уж... Стреляли вместе, значит, тянуть будем вместе. Погнали. Так, Хлоя, ты осади давай с пушкой. Потом. Не, так-то охереть. Я думал, реально, Рэйчел, думал, или где-то держит, или еще что-то. Нихера. Как то затмение. Ты прав. На контур глянь. Мысли, что там? Яйца. Что это? Нет, это просто невозможно. Господи, Хлоя, глянь на небо. Луны. Прелестно. Мне насрать. Конец света. Круто. Да послушай ты. Грядет что-то невероятное. Что еще когда жопа происходит? Грядет конец Нейтана Прескотта. Это вообще, это как? Мне просто вот интересно теперь. Добро пожаловать на конец света, дамы. Я так рад, что вы решили меня сопроводить. Хорошо выглядишь, Уоррен. С тобой все в порядке? Я тогда правда потерял контроль. Терпеть не могу, задир. И Макс... Он опасен. Ну и где он? Уоррен нравится, вообще не парит, а не грызть вообще ничем. Я весь день в комнате посидел. Чувак, красавчик, блин. Ты что, выпил? Ну, если полстакана пива входит в понятие пил... Пойдем, Макс. Это алкаш, который пить не умеет. Знаю, не лучшее время, но можно с тобой фотку сделать? Кажется, это действительно конец света, так что... Да, да чего уж там, можно, давай. Что-то приятное. Ну, я не виню тебя, Уоррен. Я знаю, знаю, я занозу в заднице. Одну фотку. Давай. У нас нет времени, Макс. Пошли. Прости. Просто хотел почувствовать себя нормальным студентом после этой недели ультранасилия. Я никогда никого так не избивал. Обычно избивали как раз-таки меня. Эй, нам все еще нужна твоя помощь. Если увидишь Нейтана, тут же мне напиши, хорошо? И не попадайся ему на глаза. Не попадусь. Я знаю, как быть невидимкой.
Не для меня. Спишемся. Ты главное глаза не закрывай. А то обычно закрыл глаза, все, я не вижу, значит, меня тоже не видят. Ты пей меньше, алё, гараж, ты полстакана пива, тебя так уже ушатало. Ты чё хоть? Так, блин, многих с бутылки водки не ушатывает. Тебе вообще противопоказано пить, Привет, походу. Могу ли я взять вашу В принципе, фотку? Пить плохо. Нет, я не видела планшет с фотографиями кота. Ну, если дай мне это. Итак, Хлоя, где же тебя носят? Да, вопрос. Ненавижу трогать всю эту одежду. Я думаю, что он туалете она. Потому что если Прескотт есть, рано или поздно он попрется туда. Стелла, это твоя работа. Что тебе надо? Привет, Стелла. Привет, Макс. Добро пожаловать на вечеринку. У тебя есть верхняя одежда? Нет, спасибо, Стелла. Ты не видела Нейтана? Нет, слава богу. Он пугает меня до жути. Кстати, какая-то девушка только что спрашивала у меня про него. Девушка? У нее синие Виктория. Волосы, одета как панк. А! Она расклеивала плакаты с Рэйчел Эмбер. Я здесь застряла, так что не знаю, куда она пошла. А почему Понятно, ты Лоя? Работаешь на вечеринке циклона? Вот уж не думала, что захочешь тут быть. Я и не хочу. Я здесь работаю. Да, кто тебя нанял? Расскажи. Кто тебя нанял? Мистер Джефферсон, ведь он знает, что мне тяжело. Хоть я работаю и получаю стипендию. Не очень я крута для этой школы. Нет, неправда, Стелла. Ты крутая и честная, и рвешь свой зад ради Блэквелла. Надеюсь, в конце концов у тебя все будет хорошо. О, спасибо, Макс. Для меня это много значит. Эй, ты такая напряженная. Все в порядке? Нет, вообще-то нет. Мне просто... Мне нужно найти Нейтана. По-моему, Макс голос поменялся, нет, как на все зашла? Конечно. Я тебе напишу, если увижу его. Я же здесь работаю. Удачи. Я не знаю, может, и 5 копеек ставлю. Вот. По мне так не очень. Озвучка была. Ну, совсем другие эмоции тут как-то. Ну, ладно. Не виднее. Ладно, погнали дальше. Так, где мы будем искать... Да ну нахер, я тоже бассейн хочу, нихера дискотека у них, кто-то я понимаю. Хорошо отдыхают. А, да, ребят, я тоже не слышу песню, я музыку вообще отключил, потому что тут музыка абсолютно вся полностью парена, она полностью парится ютубом, и он начинает мозг носить, поэтому я тоже музыку не слышу. Наверное, какая-то прикольная. Конечно, его потом можно вырезать, но тогда очень сильно потеряется качество звука. В этом фрагменте, в том числе и голосом. Может, там вообще даже голос повырезать. Ну, я не знаю, что за... Мы должны положить этому конец. Но ты это заслужила. Этой вечеринке нужен дрон. Нормальная себе такая девчонка. Ладно, пойдем искать Хлою. Какая минута там? 13 минуту надо взять, а короче, на превьюшку. Да никакого. Какой смысл у вечеринок студенческих? Напиться, набухаться, погулять. Вон, в бассейне поплавать. Чё? Как же я хочу, чтобы кто-нибудь уже надрал на эту нуза. Вот это фейк! Ну-ка, давай. Я еле тебя заметила. Макс, ты единственный Мой бизнес-план созрел. Меня здесь не раздражает. Да, девчонки. Я ищу Нейтана. Я сегодня стараюсь избегать общения с кем-либо. А зачем тебе Нейтан? А, знаете, я, конечно, понял, что голос изменили. Тут, наверное, этот. Голоса нормально, то, что изменили. Тут, скорее всего, играет музыка, и попробовали сделать эффект, типа, что музыку переключать. Возможно, поэтому. А я-то ее не слышу тоже. Да не важно. Правда? Ты выглядишь пиздец напряженный. Нейтан тебе докучает? Хотя погоди, я видел Нейтана с разбитым хлебалом. Моя мечта сбылась, кто-то наконец надрал ему зад. Вот, видишь, Люк, мечты сбываются. Уоррен избил его, по самой не балуйся. Да! Слава брату Уоррену! Теперь нам осталось лишь выгнать всех этих долбанных кровопийц Прескоттов из нашего города. Я сомневаюсь, вот Борду набить легко, выгнать Думаю, миллионера, который владеет хочет выгнать всем Прескоттом. Прямиком всем Блэквелл. Однажды я встретил его на игре Бигфутов. О, он тот еще подлый ублюдок. Они с Тайтоном друг друга стоят. Истину глаголишь, брат. Ладно, мне пора идти. Спасибо, что выслушал. Нет, тебе спасибо, что помогала Кейт. И за то, что оставалась с собой. Мир тебе. Пиз, брат. Мы идем дальше.
Вообще странно. Он вроде как не растаман, не негр. Я не знаю, почему так общается. Почему мы вдруг братом стали, а не сеструхой. Не, ну смотри, мне вполне это устраивает. Надо туда залезть в воду. Пошли в воду. Там, смотри, уже кто-то плавает. Опа, графити. А, не бегать, не плавать, не ебаться. Понятно. Я же правильно понял? О, остроумие клуба «Циклон». Да, я понял, видимо, правильно. Прикольно, так все танцуют. Музыки нет, а все танцуют. Классно. О, VIP, Vortex. Блях, там. А что там? Сейчас, секунду. Сейчас мы узнаем, что там. Ага, не узнаем. Сейчас по-другому, значит, узнаем. Ой, дверь. Так, подожди, ну-ка, сейчас его позарим. Простите, но мне нужно войти. Извини, но это VIP-зона. Для членов клуба. Ясно? Да плевать я хотела на ваше членство. Мне нужно поговорить Виктория с Нейтаном. Виктория сказала мне, чтобы я тебя не пропускала. Неплохая попытка, но ты не член клуба. Послушай. А, Виктория, вспомнил, кто это. Ты послушай, все это должна контролировать Кортни, а не я. Так что, пожалуйста, уйди. Это помните, Виктория? Мне нужно пробраться в эту чертову VIP-зону. Виктория, ну я типа гламурная курица. Я типа тут самая крутая. Вот типа вот это, вот. Это вот мы с ней такая расстраивались. Это, по-моему, она, Виктория, что-то уже. Ну, год прошел, ребят. Я так, конечно, мельком посмотрел, но именно сейчас маленько это будет. Опа, это мы знаем, это мы спасли от мячика. Эй, Макс, что ты тут делаешь? Если меня сейчас стошнит, я потом выпью больше. Я, честно говоря, тоже не знаю, что тут делаю, но вот подожди, что-то про Рэйчел написано. 69, ага, понятно. 69 причин. Очевидно, у студентов Блэквелла есть фетиш на туалетную бумагу. Кто стучится за ним? Граффити. Ну и чё, граффити, Джастин. Опа, а тут чё такое? Вам не кажется это странным, а? Почему вообще всё? Чё за происходит тут? Максимум Овердрайв, наконец ты пришла расщегарить эту тухлую вечеринку. Хочешь бухнуть? Да ты без меня выглядишь бухим, Джастин. И не очень счастливым. Мы до расщегарим. А где ж еще провести ночь с четверга в Аркадия Бэй? Там уже. Да, она тоже здесь. Так, но чё ты не с ней-то? Мной. Так что да, эта вечеринка сосёт. Нейтана не видел? Кстати, ты Нейтана не видел? О, он, наверное, в VIP-зоне. Сходит с ума с остальными из Хой-клона. Ненавижу этих высокомерных ебланов. Особенно Нейтана. Скоро этот чувак окончательно слетит с катушек. Возможно, ты прав. И держись от него подальше, ладно? И остальным скажи. Макс, я в говно, да. Но твое лицо выглядит пиздец напряжным. И твой голос звучит иначе. Ты в порядке? Может, все-таки бухнешь? А, нет, я не хочу, Джастин. Да и мне нужно идти. Может, тебе проветриться стоит? Ну, нихуя себе, Максимус. Ты права. Здесь я только терзаю себя. К тому же я пьян. Надо взять доску и пойти на рампу. Давай, удачи. А, мы скинемся потом тебе на эту инвалидную коляску. Я, знаете, что заметил? Все не видят Престо, все не видят Циклон, все не видят тусовку, тусовку говно и так далее. Ну все, блядь, тут сидят на этой ебаной тусовке и все матерятся. Охереть! Потому что все любят бесплатную бухалову. Бесплатная бухашка, все, она все перебивает, походу. Чё-чё? Все начинает меняться. Баба, вам ценю не стрёмно, а вот пить в толчке, где только что вот прям тут же тут пацаны. Фу. Ценю-то не стрёмно, плакат. Так хочется сорвать все эти плакаты. Так, с кем позарить можно? Кто? А ты чё, уже тут делаешь что-то? Эй, а можно убирать за собой? Да? Чей? О, фу, как он вообще туда попал? Догадайся. Ты же не единственный. Там либо занимаются сексом, либо блюют. Либо все сразу. Так, а я про что и говорю? Пойдем отсюда.
Серая кофта, очки толстые. Серая кофта, очки толстые. Ты смотри, а, читер, а? Сразу, блин, и поболтать, и очередь заняла. Молодец, молодец. Смотри, вот, вот они, вот. Вот. Где безнешки, бляха, муха. Ладно, пойдем. Давай, открывай. Тут, конечно, делать нехрен, пойдем отсюда. Так, а как же нам туда тогда попасть? Может, через бассейн как-то поднырнуть? Вот так вот будет и туда? И вот она опять же, она тусит. Что-то как-то у них Алиса. Ну так она и есть. Вот черт! Алиса, ты как? Да, меня только что ударили надувной сосиской, и я упала в бассейн. Я в восторге. Вообще глупо думать, что ты всегда сможешь меня предупредить. Да, да. Алиса, там у тебя еще два клона в туалете. Ты имей в виду. Я не знаю, опасно это или нет, у Мегазона как минимум очень странно. Так, нам что-то надо. Ну-ка, если сюда поднимется. Подняться можем, нет? Не можем. Блин, а как что попасть-то? Наверное, мне кажется, знаете, какой-то кибель, что ли, создать небольшой. Потому что толпа, а мы там хрена быстренько туда вейпим. Подожди, ну-ка пойдем с тем парнем побазарим. Джастин сказал, что видел две луны снаружи. Мне кажется, надо туда просто в наглую. Ну, что-то там две луны снаружи, да. А, мне кажется, нужно как-то прорваться быстренько. И отмотать время, чтобы они не увидели, что мы прорываемся. И тогда они будут стоять там, а мы окажемся там за стеной. Надо делать как-то так. Вышибало. Как-то не впечатляет вся эта вейпи-херня. Нам нужны басы. Ёбаные басы, я хочу их услышать. Ну что за хуйня? Мы пришли на вечеринку. Мы... Ну какая же вечеринка без неоновых палочек? Как же нам туда попасть? Ты что, умственно отстала? Свали! Да ладно, ладно. Чё ты начинаешь? Нормально же общались. Так, ладно, пойдем искать, что теперь. Я прикольно тут сосиска такой, херок. Леща, как дать? В бассейн кто-то упал. Мне кажется, это было прикольно, жалко, мы не увидели. Так, а мы что, мы с ней говорили, нет? Привет, Кортни, как дела? Я не говорил. Скофилд пришла на вечеринку циклона? Похоже, конец света реально наступил. Дошло. Серьезно. Подожди, Кортни должна этим заниматься. Сейчас она пойдет туда. После этой безумной недели мне не хочется быть одной. Я решила, что не помешает развлечься в вип-зоне. Ага. Че, она же пойдет туда сядет, нас пропустит. Если ты состоишь в циклоне. Да. А этого никогда не случится. Так что, извини. Че, никогда не добазарились? Я думал, не добазаримся. Классный план, Макс. Нужно найти другой путь в вип-зону. Ну, да. Мыслим, мыслим, мыслим. Все мысли вслух, господа. Давай, Макс, подсказывай мне. Брюк. В чем Брюк? Брюк. Привет, Брюк. Макс, Шкакерша, не там. Ожидала тебя увидеть на вечеринке циклона. Я и сама не думала, что приду, но мне нужно найти Нейтана. А ты не... Нет, я его не видела. Да и не жду этой встречи, поэтому мы с ним сегодня вряд ли увидимся. Ненавижу этого подонка и его клуб. Да, вот мне тоже интересно, а чё так приперлись все? Тогда почему ты пришла сюда? Домашку не задали, вот мне и стало скучно. А Уоррена ты видела? А что, это ты ходишь с ним на свидание? Брук, хватит! Реально, харе уже, а? Он меня в кино, но не надо ко мне так относиться. Я нормальная баба, чё ты выделываешься? Знаю, я злюсь, когда не получаю желаемого. Я эгоистка, а тебе такого не скажешь. Ты пыталась спасти свою подругу. Ты не эгоистка, Брук. Ты просто пытаешься жить своей жизнью, не подстраиваясь под остальных. Все мы пытаемся. На вот. Этой неделе ты кажешься такой мудрой и неуязвимой. Самый такое ощущение, что эгоиста. После всех этих проблем у тебя появились суперсилы. Может, ты летать умеешь? С помощью твоего дрона. Кстати, Брук, а ты видела, что на небе две луны? Макс, если бы я увидела две луны, то и правда бы поверила в конец. Да пойдем покажу. Ну, еще вся ночь впереди, Брук. У нас впереди вся жизнь, Макс. Давай встретимся на следующей неделе. Давай. Вот в данном случае нужно было уточнить, для чего? Для квадрокоптера, а то как-то это странно прозвучало. Ну ладно. Может, где-то пропуск? Не, а какой нахер пропуск?
Не вариант, короче, пропуск вообще не вариант, потому что они нас знают. Нам нужно, значит, как-то обойти все это дело. Почему все так волнуются, будто случится что-то плохое? Да потому что на небе две луны, мать вашу! Что это? Окей. Для чего? Пройти? На нахер, давай сейчас всех током жахнем! Воу-воу, что за хуйня творится? Эй-эй, так, кто остановил музыку, а? Да ладно, у вас эти колонны херова туча. У вас колонны херова туча. О, господи, диджей Дум посмотрел на меня! У вас... Я понял. Сейчас мы отмотаем, это все вернется. Херня в чем? У меня такое ощущение, что одна колонка, хрена туча, чего вдруг музыка-то остановилась? И почему их током не жахнуло всех, я так надеялся. Это вот сейчас, знаете, вот они вот так трясутся, да? И он сейчас так резко-резко будет трястись. Не прокатило почему-то. Пойдем, посюда зайдем. И за этой пройдем, все нормально. Вот так вот. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Или не так. Умный к дуре не пойдет, умный дуру обойдет. А что вы там делаете? Давай, ради меня. Нейтан, член циклона. Ну он ведь должен быть здесь. Да нормально, эй. Граффити. Давай. А, убить с ними слов? Я хочу убить всех членов циклона, как в фильме Кэрри. Короче, очень кто-то не любит селфи. Давайте присаживаться пока не будем. Жулет. Да вообще говно. Они не разрешают, Кейт Марш. Да ты танцуешь хуже моего отца. Кто платит за все это дерьмо? Да. Мне не по себе, что я сможешь? О, Виктория. Шевели попой. На этом проскат совсем охренел. Вот уже получше. Тревор Качок, спляшет казачок. Да ты рэпер? Братуха, давай что-нибудь жги еще, а? Я знаю, что Виктория следующая в списке Нейтана. Следует ли ее предупредить? Да, это было паршиво. Да, она не поверит. А, вы ничего не слышали? Да и помрет она, я не расстроюсь. А, понимаю. Реально чертовски приятно. Черт. Бонд. Я всех вас люблю, девочки. Только ага. Я? Или здесь все такие бухие? Только пляшите, мартышки, пляшите для пресс-кар. Так. Они вами владеют. Блин, а что такое делать? Может, музыку нахер грубить? Могу подняться? Могу. Не могу. Понятно. Так, ну давай, Виктория, что, иди сюда, базарить будем. Прости, Макс, но вип-зона для членов циклона. Прости, но мое имя в списке. А я тебя вычеркну. Свали на все четыре селфи, Виктория. У меня нет на это времени. Очень мило, Макс. Все еще обижаешься, что я сделала тот снимок? Какой? Ты хоть представляешь, что творится в Блэквилле? Ты понимаешь, что Кейт Марш совершила самоубийство? У всех на глазах. Это не моя вина, Макс. Даже не пытайся обвинить меня. Ты как бы Нейтан виноват так-то? Я виню Нейтана, что он накачал Кейт. Но ведь всем на этой вечеринке было наплевать, что она надралась. Да это ж, блядь, вечеринка! На ней все нажираются! От меня-то ты чего но, хочешь? По идее, как бы да, она права. Виктория. Но извини, но если ты не контролируешь себя, что ты пьешь? Что ж ты не радуешься? А ведь я единственная здесь, кому не безразлично, через что он прошел. Это куда важнее проблемного детства. Я не идеальна, ясно? Я подросток в школе искусств. Я здесь только для того, чтобы стать фотографом и прославиться. Да нахер мне Джефферон? Чё Джефферон? Джефферсон же был. У тебя есть талант, Виктория. И тебе не обязательно издеваться над всеми. Ты не понимаешь. Мои родители владеют галереей. Я знаю, как решаются дела в мире искусства. Там жесть. Нет, это искусство. Ты не должна следовать их правилам. Мистер Джефферсон тоже сам по себе, но... Майор Джефферсон. Ведь он знаменит. Да, мистер Джефферсон вряд ли выберет мое фото. Я не такая талантливая, как мне казалось. Ты талантлива. Но выбирать между талантом и добротой не нужно. Надеюсь. В это трудно поверить, но я не всегда принимаю лучшие решения. Ничего себе. Ты думаешь, нам было предначертано не стать друзьями? Подожди. А мы же с ней вроде в параллельной вселенной и дружили нормально. Возможно, но... Кто сказал, что мы должны быть врагами?
Кто бы ни принимал такие решения. Такие решения принимаем мы. Ну, Макс Колфилд, я могла бы пригласить тебя в клуб «Циклон». Извини, я вряд ли соглашусь. Но поверь, ты здесь ни при чем. Ох, какая же ты серьезная. Твою мать. Давай переупреждай. Херная Нью, она вроде как баба-то нормальная. Виктория, кончай с этими школьными разборками. Мы уже взрослые. Послушай меня. Твоя жизнь в большой опасности. И я знаю, что ты близка с Нейтаном, но он неуравновешен и очень опасен. И он накачал Кейт наркотиками, а потом сделал с ней что-то ужасное. О, Господи! И это я королева драмы? Туше! Нет, ну скажешь... Мать твою, я не шучу! Станешь, я прости, уже... Прости, но нет. Начитался? Я не верю. Нейтан мой лучший друг. Да, он принимает серьезные препараты, но это не его вина. Вообще, бляха-муха! Семья к нему относится как к психу, потому что у него случаются небольшие срывы. Они правильно, потому что он наркоту жрет. Они небольшие. Можешь ненавидеть меня сколько хочешь, но ты должна мне поверить. Я не верю ни единому твоему слову. Ты та еще пиздоболка. Здрасте, я Макс Колфилд, и я такая чувствительная, что от бабочек мне хочется реветь. Послушай меня. Нет, не послушаю. Ты просто зла на меня, потому что решила не принимать участие в конкурсе. И теперь мистер Джефферсон выберет меня. Настоящий художник рвал бы жопу, чтобы победить. Но не ты. Тебе ж кроме твоих ретро-селфи ничего и не нужно. Ты такая лентяйка, Макс. Уйди отсюда в государственный колледж. Виктория! Перестань, пожалуйста. Вспомни, что случилось с Кейт. Не видишь, что я серьезно? В этом твоя проблема, Макс. Это вечеринка. Да и сейчас конец света, поэтому я сейчас нажрусь до такой степени, что даже ты не сможешь меня побеспокоить. И я расскажу про тебя Нейтану, если он все-таки сюда придет. Адьос. Аревуар. Баба, может, неплохая, но тупая. Что-то у нее какие-то задатки мозга-то есть. Да. Она не поверит мне, ведь я говорю про ее партнера по клубу «Циклон». Вот-вот-вот. А ты как тут оказалась? А? Вот ты где. Хлоя, Нейтана здесь нет. Сегодня его никто не видел. Его нет наверху, не в раздевалках. Джефферсон. А может, он прячется в общаге? Давай проверим. Больше ему не скрыться. Все-таки пришла, Макс. О, привет, мистер Джефферсон. У вас все хорошо? А то выглядите как на задании. О, да я просто ищу Нейтана. Ага. Я и не знал, что вы дружите с ним. В последний раз видел его днем. Он выглядел расстроенным. Думаю, его очень беспокоит вся эта ситуация с Кейт. Да, оно и видно. Поговорим позже, Макс. Мне нужно объявить победителя конкурса. Жаль, что ты не участвуешь. Тебе нужно составить резюме и портфолио, но я знаю, ты справишься. Спасибо, будем надеяться. Ладно, девчата, мне нужно настроиться. Давай-ка сваливать, Макс. Давай. Тут самый адекватный препод, так, полуно. Прошу всех успокоиться. Спасибо, спасибо. Для меня это многое значит. Не хочу вам мешать развлекаться, но настало время объявить победителя конкурса «Герой дня». Но сначала я хотел бы поблагодарить всех, кто предоставил мне свои работы, и тех, кто хотел это сделать. Это самый важный шаг в становлении художника. Делиться творчеством с миром. Все вы представляете Академию Блэквелл и все то, что она отстаивает. С моей точки зрения, вы все герои дня. Конверт, пожалуйста. И побеждает... Трамп! О боже, вот так поворот. Виктория Чейз! Кто бы сомневался? О боже мой! Ты этого не заслужила! Да! Спасибо вам большое, мистер Джефферсон. Ваши фотографии стали причиной моего поступления в Блэквелл. Что между вами есть? Ваше имя и славу. И благодарю всех вас, студенты, за то, что вы следуете за зовом сердца. Толкните в бассейн. И мне бы хотелось посвятить эту награду памяти Кейт. Пните ее под жопу, чтобы она улетела в бассейн. Тварь. Она была настоящим героем дня Блэквелла.
Спасибо. Ты сосёшь, Виктория? Да! Виктория! Поэтому и выиграла. Виктория победила. Какой спасибо, сюрприз. Виктория. Не и, могу кстати, поверить, что... А, шантажировала? Мы знаем, что это вечеринка. Хотя... Нет, могу. Пошли. Да какая разница? Рэйчел мертва. И я хочу найти Нейтана. Сейчас. Я за, пошли. Пора идти, проверим общаги. О боже, Нейтан мне написал. Сказал, что не останется никаких улик, когда он все закончит. Черт! Нам срочно нужно ехать на свалку. А это не его грузик там слева был, не? Не реально. Две луны, бляха, тут сарая. Ведь она какая-то глючная. Черт! Хлоя, не шуми ты так. Точно. Просто будь готова отматывать время, если Нейтан что-то сделает. Я думаю, эту серию до конца дотянем. У меня почему-то такое ощущение, что тут уже должна быть разведочка, должен быть конец эпизода. Это давайте попробуем дотянуть его. Попробуем. Ну сейчас хотя бы 10, если нет, тогда уже будем думать. Чё это? Черт, как тут жутко. Конь педальный, выходи. Давай, давай. Нейтан должен сдохнуть. Ох, тихо, боже, тихо, не пали контуру. Пожалуйста, тише. Мы умереть здесь можем, ясно? И вот поэтому мы фонариком светим на всю свалку. Да. Именно потому, что, чтобы не заметили нас. Биологика. Ты будешь страдать, Нейтан. Да парень ты, Нейтан, мудак. Если он тут прилетит, а моя мудак! Быстрее. Тогда он здесь. Опа. Подожди. Труп. Там же, да, лежит или что? О, господи, Макс. Она еще здесь. Правильно, кто его вытаскивает-то будет? Кто его выкатывает-то будет? Ничего, пока. Ментам бы нам было позвонить. О, нет. Твою мать. Назад. Ага, нельзя, да? Твою мать! Хлоя, береги! Что за... Да ну на! В лопе попали? Да не. Хлоя. Охереть. Ты что, не выбора, ни хера нету, что ли? Охереть. Так реально, ни выбора, ни черта не было. Да ну на! Чё, блядь, как-то? Вот, как я говорил, Эрика Студия, это вот они молодцы, это полностью и их голосами полностью они все переводили. А, ссылка также в описании на игру, я вам, сколько вот, короче, где их озвучка есть, я везде буду скидывать на игру. Там у них другие есть проекты, если кому интересно, смотрите. Может, что понравится еще. Они уже вот 4 эпизода перевели, остался 5. Давайте на сегодня мы тогда будем заканчивать. И, ребят, вы мне напишите теперь в комментариях самое главное. Вот есть 4 эпизода. Вот мы их прошли уже. Сами видели, 4 с озвучкой. 5 эпизод, я думаю, будет, наверное, только через год. Потому что не так это все быстро делается, как хочется. И поэтому, я думаю, где-то в течение года только появится 5 эпизод. Будем ли мы проходить его с простой моей озвучкой? Просто как я читаю... Может, разными интонациями. То есть, сами понимаете, я думаю, по первым 3 эпизодам вам было ясно. Если да, пишите в комментариях, что да, проходим дальше, если вам интересен сюжет. Будем узнавать, что там произошло дальше. Если нет, соответственно, мы ждем хотя бы каких-то, я не знаю, выхода озвучек. Может, какие-то версии там будут, или может, еще как-то. Но обычно они выпускают полностью, и довольно большое время это занимает. В общем, вот такая вот подстава. Я не ожидал, что Рэйчел, Хлою убьют.
Но у меня почему-то такое ощущение, что что-то где-то как-то нам не дали выбора. Совершенно никакого. Поэтому я сильно сомневаюсь в том, что ее убили. Мне кажется, что все-таки где-то мы или опять в прошлое вернемся, или опять что-нибудь. У меня почему-то вот есть такое ощущение, что все-таки это будет. Потому что, ну, как-то вот без выбора, без сил просто завалили. Ну, не поверю я. В общем, ладно, давайте на сегодня мы тогда закончим 4-м эпизодом. Жду ваших комментариев, оттуда будет ясно уже, делаем или не делаем. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставьте комментарии, ставьте лайки, делайте. Всем удачи, всем пока.